Владимир Дещенко из Владивостока занимается спортом уже больше полувека. Несколько лет назад именно благодаря физкультуре он познакомился с доктором Мясниковым. Сначала они общались в социальных сетях, а теперь встречаются в нашей программе. Я тренируюсь по самой эффективной системе. Вот Владжим называется. Влад – это от слова Владивосток. Или Владимир, что совпадает. Жим – это по-русски «жми». По-английски «гимнастика», «джимнастик». Что совпадает? Физкультурник-энтузиаст, профессиональный тренер Владимир уверен, что спорт важен не только для крепости мышц, но и для мозга. Какие же упражнения самые эффективные для улучшения памяти и концентрации внимания? И насколько они полезны для защиты от деменции? Для того, чтобы быть здоровым, сильным, гибким и красивым, не надо чистить печень, надо чистить мозги. Правильно выполняемые упражнения в грамотно подобранной дозе – это лекарство от всех болезней.